К другим темам. Наш регион среди лидеров в стране по продуктивности крупного рогатого скота. Объемы молочного производства растут. И в этом немалая заслуга животноводов, которые экспериментируют аккуратно. И за питанием, и содержанием животных следят тщательно. Из Ордынского района сюжет Андрея Баева. На протяжении 30 лет на основе трех типов коров – Приобской, Красноярской и Прибайкальской – создавали вот эту новую породу, которая так и называется «сибирячка». Данные коровы гораздо более приспособлены к нашим сибирским суровым условиям. Сельскохозяйственный кооператив «Кирзинский» занимается разведением сибирячки. Несколько поколений отборного стада при стопроцентном искусственном осеменении. По словам специалистов, это не только экономически выгодно, но и безопасно. Но это залог того, что не переносим инфекционные заболевания, у нас не переносятся. Ну и, конечно, увеличение продуктивности. После осеменения через 9 месяцев в родильное отделение. Есть и свои ясли. В этой теплице, как ее называют животноводы, телята живут до 2,5 месяцев. Усиленное питание, температура воздуха чуть ниже 0 градусов. Так меньше вредных бактерий. Проживание в теплице раздельное. С одной стороны молодые бычки, с другой стороны молодые телочки. Вот, судя по табличке, вот этой, например, всего 10 дней. Но она абсолютно не боится людей, очень активная и жизнерадостная. На базе кирзинского хозяйства животноводы со всей области совместно с региональным Минсельхозом, учеными и ветеринарами проводят научно-практический семинар. Тема – воспроизводство крупнорогатого скота. В этом случае, говорят в селекционно-племенных хозяйствах, важна господдержка отрасли. За последний год эта цифра по господдержке увеличилась на 24%. И всего в племенное животноводство было направлено 217 миллионов рублей. Чтобы оставаться среди лидеров в стране по производству молока, констатировали участники семинара, просто доить коров мало. Необходимо улучшать условия содержания животных и повышать качество кормов, добавляя витамины и минералы. Андрей Баев, Андрей Дулепов, новости ОТС.